На первый взгляд кажется, что это сверхинтенсивный центр подготовки российских супергероев. На самом же деле это турнир по функциональному многоборью или кроссфиту, который проходит в Красногорске. Примечательно, что в такой необычной эстафете принимают участие 5 регионов страны в 4-часовых поясах. Единовременно в формате телемоста в турнире соревнуются жители Архангельска, Кургана, Улан-Удэ и Ульяновска. Эти аплодисменты из Ульяновска, всей нашей огромной необъятной стране. В летнее время мы решили сделать именно функциональное многоборье, то есть, как называют нас в простонародье, кроссфит. Низкий поклон, в принципе, наверное, вектору развития нашего государства, потому что сейчас очень много фитнесов и очень много людей, которые занимаются здоровым образом жизни. Если вы обратите внимание, здесь не так много именно профессиональных спортсменов, а обычных людей, которые ведут здоровый образ жизни. Среди спортсменов считается, что кроссфит – это один из самых тяжелых и выматывающих видов физической нагрузки. Полоса испытаний простроена таким образом, чтобы при ее прохождении были задействованы все группы мышц – ноги, руки, плечи, спина, грудь, пресс, ягодицы. А чтобы добавить еще больше перчинки, организаторы включили в дистанцию кардионагрузки. Самое тяжелое – байк и гребля. Байк вообще выбивает. Почему? Вроде кажется, обычный велосипед. Почему тяжело? Сбивает дыхание. Дальше все даже легкие упражнения. Кажется невыносимо. Наш организм, у него есть 5 физических качеств. Быстрота, сила, выносливость, ловкость, гибкость. И те виды спорта, где физические качества объединяются, это самое сложное. А самое сложное объединить выносливость и силу, потому что они лежат в разных направлениях. Человек может либо быть сильным, либо выносливым. Наверное, не видели, чтобы тяжелоатлеты бегали марафон, да? И марафонцы никогда не поднимают большие веса. А в кроссфите это как раз объединяется. Очень сложно даже. Близко не представлял, что будет так. Сам я специально кроссфитом не занимаюсь. Решил себя попробовать. Несмотря на повышенную сложность упражнений и невероятную скорость их выполнения, с дистанции никто не сходит. Даже травму на турнире ни один человек не получил. Нет, сегодня, слава богу, никто не обращался. Занимаются ребята отлично, молодцы. Мы за всех болеем, все умницы. Для тех, кто все-таки не решается принимать участие в столь сложном соревновании по кроссфиту, организаторы подготовили локации с другими активностями. Подтягивания на турнике, баскетбольная площадка, боксерский ринг, разборка автомата Калашникова на время, а также армрестлинг, где соперник очень достойный. 11-кратная чемпионка мира. Берете, значит, свою руку кладете на подлокотник. Второй рукой мы держимся за штырь. Корпус прижимается к столу. То есть мы не отходим, мы не таким образом стоим за столом, а прижать корпус к столу. Начинается команда, то есть у нас получаются ровные кисти. Начинается команда Ready Go, и на гол начинается борьба. Насколько быстро можно уложить простого человека? Ну, мгновенно, я бы сказала. Ну, давайте, Ready Go! Я даже подумать ничего не успел. Многие даже пришли не сколько выигрывать, а сколько показать себя или посмотреть, насколько ты способен. То есть для себя. Это здорово. Плюс, опять же, я говорю, каждый из них – это пропаганда здорового образа жизни. На них смотрят дети. Это тоже здорово. То есть каждый отсюда все равно вынесет свое. Восстановить свои силы и подкрепиться после тяжелейшей трассы испытаний и активности на свежем воздухе можно на полевой кухне. Гречка с тушенкой и сладкий чай – то, что нужно организму после физической нагрузки. Елена Праченко, Амин Сазаев, ТУ-ТВ.